Добрый день, добрый вечер, доброе утро, не знаю, когда вы меня смотрите. С вами Артем Сивак и рубрика «Как вариант» торжественно получилась, да, в этот раз? Я напоминаю, что эта рубрика создана для тех брендов, для тех инструментов, с которыми я пока почему-то не знаком. И вот вместе с вами знакомлюсь. И сегодня к нам в выпуск попадает инструмент от компании Grace CP150. У меня уже есть ролик на канале, где я рассматривал портативный инструмент от компании Grace. Вот здесь вот тыкните, посмотрите. Ну а сегодня в ролике рассмотрим уже не портативный, а инструмент в корпусе, где есть педальки, где есть крышка, короче, все в комплекте. Это значит, что вам ничего не нужно докупать. Но, друзья, прежде чем начнем, не забывайте подписаться на канал, бахнуть колокольчик, подписаться на другие мои соцсети. Вот здесь они тоже будут. Не забывайте про это. Это очень важно. Ну и накрываем на стол и поехали смотреть, слушать, делиться впечатлениями. Тра-парам-пам! Начать хотелось бы с того, что, в принципе, глобально существует два типа фортепиано. Переносные и в корпусе. Вы можете сэкономить на обвесах. Если вам не позволяет место или вы планируете как-то перемещать инструмент, то стоит, наверное, присмотреться к портативной модели. Ну и тут надо, конечно, понимать, что если вы покупаете портативный инструмент, то к нему нужно подставку докупить, либо X-образную, либо деревянные. К нему нужно докупить желательно какой-нибудь чехол, накидку, трехпедальный блок, вот так покажу, да, если он вам понадобится когда-нибудь. То есть постепенно портативный вариант становится дорогим и вариантом в корпусе, по сути своей. Ну а тут все сразу забираете в коробочке, это все идет в разобранном виде. И сейчас я покажу вам, как я это все собирал. Раз нога, два. Педали. Давай. Я хочу напомнить, что перед тем, как все это ставить, не забудьте достать шнур из-под педалей сразу, потому что потом придется поднимать инструмент и доставать снизу. Не повторяйте моих ошибок. Вуаля! Ну что, приступим к обзору. Конечно, все гораздо проще, если у вас есть друг. Если у вас есть друг, пожалуйста, познакомьте меня с ним. Мне будет очень полезно для моих обзоров. Как вы видите по видео, одному тоже можно справиться. Потом, конечно, купить пояс из овечьей шерсти, намазаться мазью и лежать рядом с пианино. Инструкция идет на русском языке. Там есть также, как подробно собирать этот инструмент. Что могу сказать по сборке, что, в принципе, все достаточно ровненько подходит друг к другу, все складывается, все ввинчивается. Нога к ноге, рука к руке. Щека на щеку. Если вы помните, был такой бренд когда-то, Икея. Если вы собирали столик из Икеи, то я думаю, что здесь тоже будет очень просто. Эта модель существует аж в двух цветах. Невероятно классический, элегантный черный. И вот такой вот воздушный, белый, нарядный. Могу сказать по опыту, что на белом варианте, на мой взгляд, пыль видна меньше, и меньше видны всякие отпечатки пальцев. Сразу в комплекте у вас крышечка, причем крышечка, я хочу обратить ваше внимание, вот здесь отдельно мини-домкратик для мини-гномиков. Это автодоводчик вмонтирован сюда. Он как бы предохраняет ваши пальцы от падения крышки. Вот так вот получается, вы кладете, закрываете, и вот он постепенно, плавно закрывается, вы успеваете, если что, убрать руку. Дома бывает всякое. Бывают коты, бывают собаки, бывают дети даже. Бывает так, что они просто что-то проливают, уроняют, между клавиш попадает какая-нибудь пыль, что-то роняется, блокируется, короче, выходит из строя. Здесь же прикрыли, закрыли, вот так вот автодоводчик вам помогает, и уже клавиши под защитой. На картинке почему-то мне казалось, что вот эти отделочные части, они были не серебряные, они были золотые. Здесь они серебряные, и мне кажется, так лучше, потому что когда я смотрел на картинку, там было такое вот прям яркое золото какое-то, но это, скорее всего, была медь или что это, латунь. И это как-то бросалось очень в глаза, странно. Здесь все в одном цвете. Вполне аппетитные деревянные прожилки на инструменте. Единственное, что немножко не хватило, каких-то нашлепок, чтобы как-то скрыть головы вот этих вот шурупов, болтов, потому что они, конечно, немножко выделяются. На самом деле, то, что шурупы не черные, это уже замечательно. В
комплекте что у нас идет? Подробная инструкция на русском языке, как собирать, как переключать функции, как вообще пользоваться этим инструментом. В комплекте также идут наши любимые наклеечки. Друзья, я хочу сразу сказать, что я понимаю, что многие ребята, которые смотрят мои обзоры, все это прекрасно уже знают. Но мне, естественно, приходится повторяться для тех, кто смотрит мои видео впервые. Ну и вообще в первый раз задумался о цифровом фортепиано. Так что, друзья, потерпите, для своих подписчиков я постараюсь придумать новые шутки и, может быть, рассказать что-то новое. Итак, в комплекте идут наклеечки. Наклеечки приклеиваются на клавиши, чтобы было легче ориентироваться на клавиатуре. Здесь изображена циферка, изображена нота. Ну и для тех, кто только-только начинает, для детей, возможно, это вполне себе полезная такая штуковина. Также в комплекте, как я уже сказал, идет адаптер питания. Повторяюсь, что это очень-очень неплохо для нашего времени, потому что многие японские бренды перестали поставлять его. Ай-яй-яй, негодяи. Также в комплекте идут дополнительные шурупчики, болтики и деревяшечка какая-то. Это если вдруг потеряли что-то, всегда есть возможность заменить. Прикинь бы, в комплекте шли дополнительные клавиши. Было бы удобно, кстати. Допустим, я хочу там 89 клавиш. И в комплекте, друзья мои, в комплекте идут вот такие вот наушники. А все почему? Потому что с цифровым фортепиано можно заниматься в наушниках. Наушники Boreho, я фирму такую не знаю. Для меломанов, конечно, может быть, не подойдет, но для тех, кто пока еще не купил наушники, дома если нет наушников, да, а вечером уже приехала пианино, а хочется поиграть, а соседи злые, то сразу можно подсоединить и уже играть. Ничего не отвалилось. Все на месте, такой здесь типа а-ля кожа. Можно регулировать их по высоте. На наушниках также есть регулировка громкости, надо полагать. На конце у нас большой джек. Да, нормальные наушники. Чуть позже заценим звук. Также в комплекте идут три педали. Трехпедальный блок. Правая педаль сустейна, которая удлиняет звук. Без нее звучит вот так. С ней вот так. То есть, в принципе, это самая важная педаль в жизни любого пианиста. Левая педаль делает звук потише, поглуше. Ну и средняя педаль по аналогии с рояльными педалями лишь удлиняет те звуки, которые были взяты до момента нажатия педали. Берете звук, нажимаете педаль. Видите, последующие звуки не тянутся, предыдущие тянутся. Все это весьма специфично, но если вдруг во время обучения они вам понадобятся, здесь они есть. Sustain Soft Sustenuto. Вот так они называются по-научному, будьте в курсе. Три главные вещи, которые волнуют всех людей. Это как похудеть к лету, ничего не делая, как заработать, как стать успешным, посмотрев один шортс на ютубе. Ну и третья вещь, конечно же, которая всех волнует, это клавиатура. Клавиатура, которая приближена к настоящему инструменту. Что хорошего могу сказать о клавиатуре? Да, в принципе, на самом деле нормальная клавиатура. Она полноразмерная, по длине, по ширине, по высоте, такая же, как в настоящем инструменте. Могу сказать, что она тяжелая и такая вот увесистая. Тот пресловутый молоточковый эффект, который все ищут. Для тех людей, которые вообще не в курсе, да, что такое молоточковый механизм? Механизм в цифровых фортепиано, который как бы имитирует удар молоточка в струну, как в настоящем инструменте. И это, конечно же, очень важно для тех, кто занимается по классу фортепиано, потому что нужно прям реально выработать вот эти правильные ощущения, правильные мысли в голове, да, когда вы нажимаете. Потому что первое время, что вы делаете, когда занимаетесь в музыкальной школе? Вот это вот движение. И отточить вот такое движение, конечно, на синтезаторе не так легко. Тут нужно сразу оговориться, что, конечно, на рынке существует очень много клавиатур различных. Там есть некоторые похожие, там есть китайские, есть японские, есть деревянные, есть даже рояльные с деревянными вставками. Тут надо понимать так, что чем дороже инструмент, тем он ближе к настоящему. Но по сути, когда вы ищете замену именно акустическому инструменту, вам что нужно? Что вам нужно вообще? Вам нужно, чтобы клавиатура была тяжелая, молоточковый механизм. Нужно, чтобы клавиатура была полноразмерная. Ну и хорошо, когда она градуирована. Здесь как раз она градуирована, это значит, что клавиши как бы слева направо становятся чуть легче, как у настоящего инструмента. Это тоже формирует в голове правильные нейронные связи, о которых я постоянно говорю. Клавиатура глянцевая, черная, типа под черное дерево, белая под слоновую кость. На самом деле, вот клавиатура очень приятно ощущается, она не болтается, она тяжелая, увесистая клавиатура, и она достаточно хорошо считывает полнажатие. Уж я не знаю, там она двухсенсорная или трехсенсорная. К сожалению, этого создатель нам не сказал. Ну вот видите, я нажимаю чуть-чуть, он как бы все равно считывает. То есть на такой клавиатуре можно начинать обучение, можно продолжать обучение. Дальше уже смотрите по вкусу. Вот так звучит клавиатура, когда вы играете в наушниках. Естественно, что она не беззвучная, потому что все-таки это молоточковый механизм, а молоточек должен во что-то биться, поэтому совсем без звука не получится. А если вдруг клавиатура вам кажется чересчур легкой, что вряд ли, либо тяжелой, то вы можете настроить чувствительность клавиш.
Перейдем к полифонии. Те, кто смотрит мои видосы, конечно же, знают, что такое полифония. Но для тех, кто смотрит впервые, придется повториться. Потерпим, друзья. В идеальном мире, в идеальных условиях, полифония — это количество нот, которые могут звучать одновременно, не прерывая друг друга. Сейчас же, конечно, что-то все уже запуталось. На самом деле, на практике бывает, что указано, что 64 голоса полифонии, он звучит как какой-нибудь китаец, у которого 5000 голосов полифонии. Но на самом деле, если полифония честная, скажем так, да, если все хорошо работает, то где-то больше 64 уже вполне себе нормально. В чем смысл? Когда вы нажимаете одну ноту, в идеале звучит не только одна, как бы полифония, полифонька, да, при этом также резонируют там соседние струны, есть какие-то призвуки, резонансы. То есть даже в одном нажатии уже съедается какое-то количество полифонии. Ну, в идеале мы так говорим. Уж не говоря о том, что если вы вдруг соединяете звуки, либо играете с педалью сустейна, то есть там, конечно, все больше и больше и больше и больше ее. Здесь же 189 голосов полифонии, либо полифонии. И я предлагаю, как эстеты, как гурманы, так посмаковать, насладиться тембром. Не знаю, как звук по ту сторону экрана, вы обязательно пишите в комментариях, как вам звук. Здесь же, в реале, звук вполне себе естественный, такой рояльный, торжественный. Возможно, это заслуги акустической системы. Здесь два динамика общей суммы 20 Вт, надо полагать по 10 Вт. Вот здесь снизу вы их можете наблюдать. Они, кстати говоря, не защищены сеткой, поэтому будьте с ними аккуратнее, пожалуйста. Что же еще волнует наши сердца? Какой динамический диапазон у инструмента? То есть от тихого к громкому, потому что у настоящего инструмента, естественно, этот запас очень-очень велик. Здесь же давайте послушаем. Судя по моему графику записи, градация есть и вполне себе нормальная. Я уж не знаю, сколько записано там сэмплов на одну клавишу, уж простите, создатели не давали мне такой информации, но мне кажется, слушается вполне ничего. Что же еще волнует меня? Есть ли здесь искусственный резонанс струн? Зажимаем клавиши. Нет. Искусственных резонансов к нам не завезли, ну что ж. Хочу сказать, прям клавиатура, да, увесистая. Ну, нужно, короче, прям понимать ее, нужно ее понять. Здесь над клавиатурой такая красненькая фетровая штуковина идет, чтобы клавиатура не билась. Если знаете, как она называется, пишите в комментарии. Помимо звука рояля, здесь есть еще тембры, их всего 10. Все управление осуществляется за счет удержания кнопки Function и выбора одной из кнопок. А я повторяю, что мы говорим весьма о весьма бюджетном инструменте в корпусе с молоточковой механикой. А это клавесин. Есть также два органа. Раз. Никогда еще так торжественно не звучал Queen. Ох-ох, ну-ка, удивите меня, гитары. Ну так, есть бас также, бас, ну-ка, бас. Бас как бас. Опять же делаем поправку, что это бюджетный сегмент. Ясное дело, что голливудские фильмы вы озвучивать этим не будете. Ну еще есть синты. Ну-ка синты, ну давайте. Давай синты.
конечно же, никто не заставляет вас заниматься этими тембрами, вообще возиться с ними. Просто они есть. Естественно, все сконцентрировано максимально на звучании рояля. С тембрами, как обычно, мы можем что делать? Допустим, нажимаем сплит. Допустим, в левой руке давайте оставим рояль, а в правой выберем синт. Комбинируйте, играйте, живите, любите. Вот вам мои советы. Есть также встроенные демо-пьесы, можете их послушать, можете просто насладиться звучанием инструмента. Либо просто, если пришли друзья, родня, стол накрыт, включили классику и начинаете понять тупс-тупс-тупс. Конечно же, для того, чтобы заниматься с учителем, можно разделять клавиатуру на две части, на две равные части. 44 учителю, 44 вам. Лет. Да. Конечно же, есть метроном. Под метроном обычно занимаются. Занимаются успешные ученики. Поэтому не брезгуйте им. Из дополнительных эффектов здесь есть ревер. Также можете немножко поиграться со звучанием. Также есть очень удобная функция транспонирования. Это для того, чтобы повышать или понижать тональность, если вы не хотите переучивать песню. Видите, что происходит? Я играю те же самые аккорды, но они становятся выше. Также можно сделать и ниже. Это очень удобно для вокалистов в том числе, если вдруг вам тональность высокая либо низкая, а вам не хочется переучивать композицию, повышайте, понижайте искусственно. Ну и, конечно же, здесь есть функция записи. Если вы хотите запечатлеть свое произведение внутрь этого инструмента, это можно сделать. А если так сделать, если я поменяю звук, звук на записи изменится или нет? Но чем же еще хороши цифровые фортепиано? Тем, что можно подключать всякие внешние устройства. Позади у нас разъем для подключения питания. Позади также есть аудио-ин, чтобы в него заводить музыку, и аудио-аут, чтобы из него куда-то на внешнюю акустику отправлять сигнал. Мы сейчас так, кстати, записываем как раз его. Неожиданно, внезапно есть разъем под педаль сустейна. Зачем? Непонятно. Обычно этот разъем нужен для того, чтобы, если вы вдруг где-то выступаете, переносите инструмент, чтобы вам не тащить трехпедальный блок, вы несете маленькую педальку, выступили и убежали. Здесь же непонятно. То есть вряд ли вы будете куда-то тащить на выезд этот инструмент. Наверное, он будет находиться дома чаще всего. Также позади есть разъем под флешку. То есть вы можете подсоединять флешку и с него запускать мелодии. А также можете записывать мелодии на флешку. Ну и чем еще хороши цифровые фортепиано? Тем, что их можно подключать к компьютеру. MIDI USB здесь тоже есть. Подключаетесь к компьютеру, на комп устанавливаете софт, докачиваете плагины, всякие там звуки, создаете песни, при этом имеете хорошую молоточковую клавиатуру. И, наверное, такой способ записи сейчас самый актуальный. Ну и, конечно же, здесь есть разъемы, ради которых вообще придумали цифровые фортепиано. Я говорю о разъемах под наушники. Две пары здесь есть. А, ну и самый главный вопрос-то, самый главный вопрос. Насколько хай-эндные наушники здесь в комплекте? Меня уже радует, что здесь большой джек, то есть вам не нужен переходник. Там как раз два больших. Эх, попасть бы. Для наушников, которые идут в комплекте, вполне себе звучат неплохо. Ну что, друзья, сейчас, как обычно, для более подробного тест-драйва я в кадр позову своего друга Павла. Сейчас Павел что-нибудь сыграет. Ну и после того, как Павел нам что-нибудь сыграет, мы с вами уже подведем какие-то итоги. Пишите в комментарии, друзья. Не держите в себе. Все в комментарии. Это как сессия у психолога, только бесплатная. Thank you.
что, вот такой вот был инструмент от компании Grace у нас сегодня в выпуске как вариант. Я напоминаю, что на портативную модель мы уже сняли видос, вот здесь по ссылке можете посмотреть. На самом деле, друзья, пишите в комментариях, как вам инструмент, прям внизу, не стесняясь. Мне очень интересно услышать ваше мнение. Какие у меня сейчас впечатления к концу выпуска? Корпус выглядит вполне нарядно, солидно, все собирается достаточно просто. Все идет в комплекте, вам еще и дополнительные шурупы тоже в комплекте идут. Клавиатура тяжелая, достойная, и, конечно же, она подойдет для обучения, для продолжения обучения и так далее. Может быть, в дальнейшем вы захотите ее заменить, но на первых порах, да и в принципе, она подходит. По функционалу, по возможностям, все вполне сдержанно, стандартно, ничего лишнего, все, что нужно. Ну и, конечно же, на большинство из этих минусов, на большинство моих придирок можно смело закрыть глаза, учитывая стоимость этого инструмента. И в который раз, друзья, я советую вам прийти, поиграть, послушать, потому что в реале все может отличаться от видео. Друзья, вот такой инструмент был у меня для вас. Не забывайте подписываться на канал, ставить, конечно же, лайки, писать комментарии, репосты, колокольчик. Обязательно добавляйтесь в мои соцсети, Telegram, ВК и так далее. Отдельное спасибо Павлу. Павел, как всегда, хорош. Ну что, друзья, до новых встреч. Всем хорошей музыки, хороших инструментов. С вами был Артем Сивак. Пока-пока.